только дело совсем не в этом. Просто я помню тот жаркий день на исходе лета. Друг говорит, продавай квартиру, валим отсюда. А я подумал и сказал, знаешь, я так делать не буду. Вот так и барахтаюсь с тех пор в родимой гуще. Типа надеялся сделать жизнь хотя бы немного лучше. Оказалось, проблема куда серьезней. Только сунься, увязнешь в крови или в навозе. А друг живет во Флориде, в целом живет неплохо. Пишет, что участок перед домом засеял горохом, чтобы как в деревне в детстве лучить его руками. Что же эта жизнь делает с нами, а?